плодов. Но бывают моменты, когда не приносим мы плоды, не приносит, не дает урожай наш посев. И что тогда бывает? Когда Иисус шел и увидел смоковницу, и он к ней подошел и не нашел плода. И мы знаем, что такой ее, то, что не приносит плод, срубают и бросают в огонь. Но об этом я хочу спеть эту песню.